Я как дедушка в том советском анекдоте, помнишь, который ослеп, оглох, да, помнишь? Нет. Уже не помнишь этот анекдот, когда мальчик подходит и говорит: Марья Ивановна, вот мне вопрос. Да я уж рассказывал как-то в эфире. У меня вопрос к вам. Вот, дедушка в Швейцарии, у нее там фабрика часовая, там какие-то еще, ну, в общем-то, несколько миллионов швейцарских франков. И он ослеп, оглох, и вот он пишет, не знает, что делать, нас туда не выпускают из Советского Союза. А он там один, там, что делать? Она говорит: знаешь что, Вань, ты напиши своему дедушке, чтобы он продал фабрику, все, что там есть, все деньги передал в Фонд мира, приехал к вам сюда, жил на пенсию здесь, и все там было хорошо, и закончил свои дни в кругу любящей его семьи. Он говорит: Марья Ивановна, вы меня не поняли. Я ему говорю: дедушка ослеп, оглох, ну не охуел.